Престиж рабочих профессий необходимо повышать. Об этом сегодня заявил Алексей Русских. Глава региона посетил церемонию открытия памятной доски сотрудникам автозавода, которую активисты мотоклуба «Ночные волки» установили на территории остановочного павильона. Артем Петров продолжит. Эта табличка – дань памяти и благодарности сотрудникам Ульяновского автозавода, которые вот уже 8 десятилетий трудятся, не покладая рук. Именно рабочие специальности сегодня нужно поддерживать и популяризировать. Об этом глава региона сообщил во время осмотра фотовыставки «Молодые профессионалы». К сожалению, в последнее время у нас молодежь как-то избегает рабочих специальностей, да? Избегает поиска работы на заводах, на промышленных предприятиях, стараются уйти в другие сферы. Хотя на самом деле профессионал, человек труда, это звучит гордо. И нам надо именно молодежи вот это вот все воспитывать. Именно люди рабочих специальностей всегда востребованы. Без них невозможно представить современный и комфортный быт. В последнее время из страны с пафосом уехали некоторые актеры. Вот только население тем самым ничего не потеряло. Вот если вот возьмут, убегут у нас сантехники или электрики, вот тогда мы будем плакать уже. А без тех мы, кажется, переживем. Патриотическим воспитанием молодежи уже много лет занимается Центр Победы. А сейчас они готовят новый проект – Аллею Героев, где города будут связывать специальные треки, ведущие к патронам с землей, которые привезли с полей сражений. Пуля сама снимается, и вот эта земля, которая собрана именно с поля боя Мурманска, будет упакована там. Естественно, там будет другой мешочек, который сохранит эту землю. Также будет запаковываться и будет на стенде информационном. Прозрачный стенд, чтобы ее наблюдали. Алексей Русских заверил, регион проект поддержит. Артем Петров и Михаил Державин. Вести. Ульяновск.